идем дальше. Смотрите, дата 22 августа, да? 2 сентября. Вы поверите, что у меня в холодильнике медленно портится, все еще черешни лежат. Эту коробку видели еще 30 июля. Или когда они были? 30 июля или августа. О, все, память. Приезжали, не 30 июля, приезжали ко мне эти самые телевидения. И она стояла, эта же коробка стояла на столе, и там тоже делали фотографии. Вот. Дело в чем. Я случайно, ну, кто лучше меня знал Боднера? Это Череша Боднера. Кто лучше меня его знал? Кто перепробовал все, что у него было, начиная от желтых, кончая чем темно-красное, желтое, красное, там, посветлее, оранжевое, рыжее, какие угодно, черешня, да? Но я наткнулся на черешню, которая не портится практически. Да, она не сразу такой стала. Не сразу. Все-таки вот эти перетрубации, вот эти вот прививки, они ее сделали скромнее. Они ее сделали тверже. С роскошными азиатскими не сравнить. Но это чудо у нас живет. Телевидение приглашал, водил, угощал, черешню угощал. Нескольких фильмов я показывал, гостей угощал, угощал. Что вы еще хотите, друзья? Очередная сенсация, очередной феномен. Но то, что она будет лежать у меня, и сейчас она лежит, вот тут 2 июля, сентября, а сейчас у меня холодильник, я бы мог бы вот так это гордо, да поверьте, все 3 дня прошло, сегодня 5, да, вот. И сейчас лежит, помаленечку портится. Не могу я ее видеть уже, не могу, так же, как персики. Мне уже тошнит от нее, а мне косточки нужны, а я косточки вам рассылаю. Видите, как я пожаловался? И некоторые посылки ждут, когда это. А у меня рука не поднимается взять их просто. Каждый гость, я говорю, пожалуйста, ешьте, ешьте. Ешьте персики, ешьте черешни. Доказательство налицо? Налицо. Вот так вот, хвастаюсь. Хвастаюсь не собой. Боднер Борис Ильич, выдающийся садовод. Ну, а дальше это. Остается пожать плечами. А толку с того? Вся страна, почти вся страна южнее меня. Я имею в виду южнее не как по широте, а по климатическим зонам. По климатическим зонам южнее меня. В каждом саду уже можно было бы иметь. А там, когда я вот это показывал, ну как мне стыдно было, честно, показать человека, который соловьем разливается, разливается, разливается. Вот это самое. И точно такие же черешни, вот точно такие же. Обреченная насмерть показывает достижение. Ну зачем ты штамп-то этот делаешь? Она должна к земле приближаться. Но я уже показывал фотографии, как я учил, как к земле приближать, да? Вот. Ну что, друзья, идем дальше. Вот это я сказал. Я просто выражаю свое, как бы сказать, свое отношение к этому. Ну когда же это все будет везде, во всей стране? 30 лет назад я это, по слухам, к этому самому Боднеру попал. А он рад был каждому, потому что кому это надо было? Молодое дерево, и он угощает черешню, я не становился на цыпочки. Прошло 25 лет, и это выросло гигантское дерево. На него смотришь, а оно выше 3-го этажа, вы представляете? Тут бы охрану бы ему. От кого охранять надо было? От Боднера. Чтобы он меня не спилил. И вот такой остался это. Видно меня? Вот такой пень. У меня есть фотография. Метр в диаметре. От него надо было спасать. Охрану выставить. Собрать с него сотни, тысячи, десятки тысяч косточек. А потом уже сказать, пили. А еще лучше оставить дальше. Табличка. Не подходить. Это самое. Убьет током или еще чем-то. Дать ему, он клял, просил, землю дайте, ходил по инстанциям. В Абакан ездил. Пытался книгу, 200 экземпляров, чтобы книгу издали.
Кукиш показать. Это ему все показали кукиш. А сейчас что, я один должен радоваться этому? Такого человека потеряли, технологию потеряли. Где его книги? Он мне подарил книгу, а я ее ходил с ней до этого. Выпросили у меня, до сих пор возвращают. Уже годы прошли.